Вся вторая неделя курса будет посвящена работе на удаленном сервере. Возможно, вы в первый раз сталкиваетесь с этим понятием, поэтому давайте начнем с того, что познакомимся с тем, что такое сервер и зачем на нем вообще работать. Итак, сервер обычно представляет собой большой компьютер, в котором много места для данных и много вычислительных мощностей. Общается с ним компьютер-клиент, то есть это просто наш компьютер, который посылает некоторые запросы и получает ответы. Например, можно попросить сервер запустить некоторую программу на некоторых данных на нем. В ответ он сообщит, что программа успешно запущена, или сообщит результаты выполнения этой программы. Запросы и ответы регулируются некоторыми правилами, которые называются протокол общения, или просто протокол. Серверы обычно гораздо мощнее, чем клиенты, плюс там гораздо больше места для данных. Поэтому если ваша работа связана с большими объемами данных, которые нужно как-то обрабатывать, то работа на сервере будет практически необходима. Кроме того, на сервер могут получить доступ сразу много людей, поэтому можно на нем хранить данные, которые должны быть доступны большому количеству людей. Либо наоборот, если данные у нас секретные, то сервер будет контролировать возможность доступа к ним и не пускать неавторизованных пользователей.